22 июня состоялась торжественная церемония награждения представителей структурных подразделений и научного сообщества Университета Лобачевского, приуроченная к столетию ННГУ. Мы провели большие мероприятия, мы по максимуму отметили всеми наградами, какие только возможно было, всех наших достойных сотрудников. Я бы хотел сегодня поблагодарить вас, то есть вот высший менеджмент, вот команду, вот людей, с которыми мы все это делали, делаем, и я думаю, что еще какое-то время будем делать. В год столетия университета более 600 его сотрудников были удостоены самых разных наград – правительственных, областных, городских и университетских. Мы в честь столетия выпустили медаль «100 лет ННГУ» и «За доблестный труд». И вручали рядовым сотрудникам университета, кого выдвинули подразделения. И сегодня мы наградили руководителей структурных подразделений университета, которые в университете проработали более 20 лет, вот такой же памятной медали. Памятные дипломы и медали, полученные в этот день, несомненно, займут особое место среди прочих почетных знаков отличия. Эта награда означает, что в университете ты что-то значишь, что в университете ты что-то делаешь, что результат твоего труда заметен, он позитивен, он вложится в общую копилку дела, на котором стоит университет. Награды я воспринимаю именно таким образом, что, во-первых, и не только сам понимаю, что многое сделано, но оценивает и коллектив, оценивает руководство. А с другой стороны, в конце концов, мне самому, как говорится, виднее, понимая, что столько всего еще не сделано, и награды нужно еще и отрабатывать.